Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Сегодня я хочу приготовить торт Прага, пражский. У нашего сынульки сегодня день рождения, то мы соберемся в воскресенье, посидим, отпразднуем так скромненько. И, наверное, будем пиццу заказывать. Не буду готовить там, ну, как обычно, свои там блюда, голубцы, картошка, все такое. Ну, может быть, еще что-то поменяется. Ну, планирую так. Только так сладкое что-то приготовлю. Тортик вот пражский и птичье молоко еще сделаю. И там желе сделаю. То фруктики купим. Что нам надо? Пока у меня не снимаю, просто вот в руке держу телефон. Потому что у Катруси моя палка, которую... Ну, которая она нужна для видео снимать. Ну, как-то уже не хочу ехать. Попробую так. Так, 7 яиц и... Что нам надо? Для бисквита. 7 яиц, 150 грамм сахара, 125 граммов муки, 2 столовые ложки какао. Я добавляю какао казахстанский, который мне прислала моя подписчица Яна. Какао Рахат. Он очень пахнет, очень вкусные торты с ним, очень классный. Всем советую. И 50 грамм сливочного, растопленного сливочного масла. Вот я уже растопила его. Здесь мука, какао и сахар. Яйца я уже вылила. И взбиваем, добавляю сахар, включаю миксер и взбиваем в хорошую такую пену, пышную. Все, белки с яйца с сахаром сбились, и сейчас я буду добавлять муку. Муку нужно просеять. Буду добавлять с какао. И затем уже, когда добавлю муку и какао, и все хорошенько перемешаю, тогда буду добавлять сливочное масло. Вот так я его сейчас просею и перемешаю. Форма у меня здесь самую большую взяла, какая у меня есть. Не пишется, сколько здесь у меня. Застелила пергаментом, и я буду выпекать, делать вот таких две порции, потому что с этого одного бисквита выходит таких два коржа. Я и их разрезаю, то я хочу, чтобы торт был более такой высокий. Когда делала я поменьше форму брала, то мне было достаточно одной порции, 7 яиц, но сейчас побольше, такой один тортик большой будет, то я буду делать два коржа, как бы две порции теста. Вот я уже аккуратненько, хорошо перемешала. И сейчас буду добавлять сливочное масло. Есть ли сливочное масло? Оно у меня остыло, не горячее. Очень классный бисквит получается, такой вкусный. И такой пористый. Ну, очень торт этот мне нравится. Все, я перемешала уже с сливочным маслом. Да, сливочным. И... Ой, какое же тесто. Немножечко попробовала здесь. Такое вкусное пахнет. И сейчас уже буду ставить в духовку. Пускай выпекается. Я включила духовку. Я обычно включаю на 350 по Фаренгейту. А сейчас включила 380. Все. Вот какой бисквит получился. И я проверяю. Только что достала. Он горячий. Проверяю зубочисткой. И смотрите, она сухая. Значит, он уже готов. Запах на весь дом. Просто горячий шоколад. Ну, очень пахнет это какао. Такой очень классный запах. Аромат.
Все, я бисквиты разрезала на две части. Смотрите, у меня получилось 4 таких коржа. Просто очень вкусненький. Смотрите, какой он. Какой пышный. Даже рыпыть. Не знаю, как будет на русском рыпыть. Прям. Может быть, слышно? О, да, слушайте. Он такой получается, что сливочное масло добавляешь, и получается такой как бы как влажный. Очень мягкие вот какие у меня бабочки. И буду сейчас делать крем. Крем буду делать 5 желтков. 300 грамм сгущенки сырой и 125 грамм воды. Наливаю в кастрюльку все это, вот себе я сейчас все сюда добавлю и довожу его до кипения и на маленьком огне, что так, ну, кипит-кипит до такой густоты, как сметана там, допустим. Я покажу, до какой густоты, но нужно постоянно его перемешивать, чтобы не подгорел крем. И когда уже он остынет, добавить 340 грамм сливочного масла и какао. 1 или 2 столовые ложки. И глазурь уже сверху по, ну, для любви. Ну, кто как хочет. Можно просто кремом. Можно еще глазурь полить. Если глазурь, то еще вкуснее. Так что будем делать крем. Так, здесь у меня 5 желтков. И нужно 300 грамм сгущенки. В баночке у меня 397 грамм сгущенки. Вот. Я немножко там оставлю снизу баночки. Вот так там чуток. Это оставляю. И еще 125 грамм воды. Все, я включила на 8. Можно немножко так. И вот так перемешиваю. И буду его варить до состояния, ну, сметаны. Очень вкусный крем получается. Вот какая консистенция у меня, друзья, получилась. Вот такой крем. Слушайте, сосед зовет собаку. В дом, чтобы и шел уже спать. Вот. И уже мне его нужно остудить. И когда уже остынет, я добавляю сюда масло. 340 грамм и 2 столовые ложки какао. Но это у меня 1 порция от торта, у меня 2 порции бисквита. То я еще 1 порцию сделаю крема, чтобы было 2 порции крема, чтобы было достаточно. Но показываю я вам по 1 порции как бы. Так, оказалось, друзья, что у меня нету масла. Есть, но соленое. То как раз Давид был в городе, и я ему позвонила, чтобы купил мне 2 упаковочки масла. И пока у меня здесь 2 порции я сделала заварного крема. Сейчас он уже очень вкусный, потому что здесь сгущенка. И оно очень пахнет. То пускай остывает. Вот. И когда привезут масло, оно как остынет, станет как бы намного гуще. Так что ждем Давида. О, еще можно делать пропиточку. Можно там с ликером или кагором добавлять, кто как любит. Можно просто так. Сгущенное молоко сырое и вода. Вот у меня здесь сгущенка еще есть. То я добавлю и немножко сделаю пропиточку. Хотя он и так будет такой влажненький, хороший, потому что очень красивый. И очень приятный в нем аромат. Все, друзья, Катя уехала наша. Я взбила масло. Сливочные 2 порции делаю крема. И уже Давид привез. Оно растаяло немножко, мягким стало. И сейчас я буду добавлять уже понемногу вот этот крем, который я... Заварной крем. Я его перенесла сюда в кастрюльку себе. Ездила до сестры, хотела забрать свою
Стоечку приехала с ней и с малым, а стоечку не взяла. И вот так я добавляю крем. И затем еще добавлю какао. И чтобы хорошенько все взбилось. И будет у нас очень вкусный-вкусный крем. Я уже покажу, когда все перемешаю. Вот уже я взбила крем, добавила какао, и смотрите, какой он получился. Такой пышный, хороший и очень вкусный. И сейчас уже я буду собирать торт. Буду собирать его в кольце. Немножко там я добавила крем так снизу, чтобы как бы не скользил торт. А сейчас поставлю это кольцо. И если в кольце, мне очень нравится, потому что он получается очень ровный. Так что сейчас я его установлю. Вот так. И буду делать немножко пропитку, сгущенка и вода. Конечно, одной рукой неудобно. Вот так я его немножко сейчас пропитаю. Каждый корж. Затем после пропитки я буду добавлять абрикосовое варенье. На каждый корж так понемножку. И затем буду добавлять уже крем. И оно очень вкусное, потому что дает такую вкусную, приятную кислиночку. Так, немножечко так. Варенье у меня домашнее. Раньше я покупала, ну, я как раньше делала, то покупала. Это одна знакомая меня угостила баночкой варенья из абрикосов. И я сделаю тортик этот. И вот уже наверх варенья я уже добавляю крем. И вот я вижу, что торт будет у меня выше формы, то я добавила вот такую пленку, которая покупается, сразу продается с этим кольцом. То я вставила, и она будет не держать. Так что работаю дальше. Все, вот такой тортик получился у меня. У меня уже у нас без 10:12. Уже нужно идти спать, потому что уже слова даже путаются. Я его поставлю в холодильник, накрою еще здесь пищевой пленкой. И пускай он хорошо пропитывается, стоит, а завтра я его уже сделаю еще глазурь, открою все. И смажу, залью сверху шоколадной глазурью. Так что будет у нас очень вкусный тортик. Мне он очень нравится, этот вкус такой. Ну, конечно, на любителя, кто какие любит. Так что иду отдыхать, друзья. Все, достаю я из кольца тортик. И сейчас залью глазурью. Лучше всего и легче всего это шоколад. Растопить шоколад, добавить сливочное масло. И очень получается классная, вкусная, быстрая глазурь. Но так как у меня, наверное, дома шоколада нет, то я ее приготовлю сама. Масло сливочное, затем сахар и какао. Такой тортик. Даже вот так красивый. Можно даже края не обсыпать, ничего не делать. Варенье видно, вот вкусняшку. Все, вот моя глазурь уже закипела. Делала я все на глаз. Просто сливочное масло, сахар и какао. И все, и сейчас буду уже поливать торт. Все, еще она горячая. Видите, там даже еще булечки, кажется, потому что я горячую выливала. И не буду края или бока, как его, обсыпать крошкой. Мне вот так нравится. Пускай остается так. Я поделала вот такие потеки. И
Поставлю обратно в холодильник, пускай стоит. А в разрезе какой получится, я покажу вам, друзья, уже завтра. Вот так. И еще, может быть, когда остынет, у меня остался этот крем. Я такие какие-то там цветочки так себе, такие просто простенькие такие поделаю. И все. И будет у нас такой тортик. Все. Вот такой тортик у меня получился. Сделала такие бомбочки, можно сказать. Разве это цветочки? Какие-то копыти, можно сказать. Ну, ничего. Потому что просто крем такой, знаете, тот, что в торт идет. Зато будет вкусненький. Ставлю в холодильник. Всем спасибо, друзья, и всем пока-пока. Обязательно покажу в разрезе.